Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашої компанії. В студії працюють Поліна Сніжина та Олександр Пашненко. Ну, окрім того, долучатись можна і до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Карантин змінив життя людей усього світу та вніс певні корективи. Зокрема, вплинув і на творчість митців. Це відображається не лише в тематиці робіт, а й, власне, в їх створенні. Фінансова спроможність людей знизилася, відповідно, і зменшилися прибутки майстрів, частина яких спрямовувалася на матеріали, йдеться на сайті Музею українського живопису. Отож, як виживають сьогодні запорізькі митці і яку підтримку їм пропонує держава, дізнаємось з програми. З нами в студії сьогодні запорізька художниця Віра Устянська. Вітаємо вас. Здравствуйте. Отож, карантин продовжується. Як митці адаптувалися до нових реалій і особисто про ваш досвід розкажіть, як ви підлаштувалися? Я считаю, что карантин – это, конечно, испытание для каждого, для каждой профессии. Но у художников, те, кто работал и занимался своим делом, и обладал хорошим профессионализмом, карантин не повлиял на самом деле на творческую работу. Наоборот, стало больше времени для того, чтобы оттачивать свои какие-то навыки и исследовать более глубоко какие-то темы, не выезжая куда-то далеко, не работая поверхностно над темами, а больше углубляясь, доводя их до конца, оставаясь дома, не выезжая из города. Це для всіх так митців, чи тільки для вас персонально? Я принципіально от з початку карантину не виїжджаю нікуди з міста. Максимально там їздимо на машині на дачу, яка тут от в області недалеко. Принципіально я не їжджу ні на які пленери, ні в інші країни, хоча мене теж приглашають, дуже хочеться поїхати пописати, але я осознанно відношусь до карантину, соблюдаю всі карантинні міри і не хочу підвергати ризику себе і своїх окружаючих. З ваших слів, я так розумію, що для митців карантин – це і плюс для творчого якраз механізму цього. Тобто більше малюєте? Да, это возможность как раз где-то остановиться, поставить правильные приоритеты и заниматься именно теми проблемами, которые хотел давно решить. Сделать их более качественно, более профессионально и углубиться максимально в суть самой проблемы. Тобто це величезний плюс. Карантин хоча б ось в цьому плюс. Звісно, є во всьому плюси, є свої мінуси. І я вважаю, що щоб цей період карантину прожити, краще, звісно, звертати увагу на плюси. А щодо навчання, ви ж також навчаєте дітей з 11 років малюванню. Чи довелося від цієї практики відмовитися? В період начально, я виділяю три етапи карантину в творчості зараз для себе, і в арт-ринку, і взагалі в обученні. То же самое. Первый этап это был, когда жесткий карантин в начале марта, когда нас лишили полностью свобод, и мы должны были вынуждены адаптироваться, адаптироваться к вот этой сложной ситуации. Он был такой экстремальный, и мне пришлось закрыть свою студию на 4 месяца. 4 месяца мы не занимались. Я давала бесплатные консультации, проводила занятия демо-версии онлайн, но я не могу сделать это так онлайн, как, конечно, хочется, из-за отсутствия достаточного оборудования и специалистов, кто бы этим занимался. Но я увидела, что онлайн, конечно, это очень тяжело, потому что то, что можно было бы подойти и на пальцах показать и объяснить, в онлайн-режиме это должна быть подготовка, которая занимала бы не один день, а может быть недели и месяца, чтобы сделать это все эффективно и качественно. Художественное образование не может быть онлайн полностью, но если была бы обратная связь и были бы подготовлены бы ученики, я думаю, можно было бы совместить частично каких-то офлайновых встреч, частично онлайновых. Но офлайновые встречи только соблюдение, конечно, карантинных норм. Второй этап карантина, когда объявили адаптивный карантин, я восстановила работу своей студии, но я не добирала большое количество человек, группы были ограничены не более 5-6 человек. Сейчас ужесточились меры, и мы занимаемся исключительно в масках и перчатках. У меня в студии есть антисептик, мыло, салфетки, все как нужно. Но если вдруг карантин, и мы придем в красную зону, то нужно, может быть, придется принимать какие-то меры и переходить на какие-то тоже новые эксперименты в онлайн-занятиях. Щодо занять, дійсно, ось такий експеримент, він може бути в плюсі для митців, адже принаймні за допомогою інтернету може збільшити чисельність людей, які
почнуть або займатися, або просто переглядати, як займатися мистецтвом? Мне кажется, что для онлайн-обучения будут плюсы как раз для аферистов, учителей, которые хотят делать с этого бизнес, но не учить, потому что научить онлайн творческим каким-то специальностям – это невозможно. Это может быть как дополнительные какие-то уроки, как больше индивидуальные какие-то свои моменты уже с педагогом хорошим для корректировки каких-то отдельных проблем. Потому что, чтобы научить онлайн, педагог должен выбрать какую-то определенную проблему и уже узко ее направлять. Но если человек приходит с нуля, то онлайн его научить невозможно. Это будет все самообман, и те, кто это будет предлагать, это будут мошенники. Для вихователів теж, власне, онлайн заняття дуже важкі, ви так зазначили, правильно? Чим саме? Тим, що технічно дуже важко передати, що ви хочете сказати? Чи, можливо, просто не бачачи очей, кого ви навчаєте, і не розуміючи, чи вони розуміють те, що ви говорите, ось цей дисонанс і цього немає контакту. В чому складність? Так, да, нету контакту, і якраз нарушається тот момент, якби кожен учитель должен бути чуть-чуть мотиватором. І якщо у чоловіка нету своей мотивации, что он хочет именно от этого, и хочет ли он реально научиться, то научить его онлайн невозможно, это просто будет пустая трата времени. Чтобы научиться онлайн, человек должен точно знать, что он хочет, что он это реально хочет, что он хочет за это заплатить своим временем, энергией и материальными какими-то внесениями, а также должен быть хороший преподаватель, который будет понимать, что именно нужно каждому в индивидуальности, и подобрать правильный подход, сделать специальные методические разработки конкретно под проблемы данного ученика. Это, я считаю, что это огромный труд, и сделать это вот так вот за месяц, за полгода, это невозможно. Возможно, какую-то поверхностную систему сделать, каких-то базовых моментов, но скорректировать каждого отдельности по каким-то его проблемам, это невозможно. Вы зазначили, что на початку карантину вы закрыли студию. Экономично это было доцільно чи ні? Моя студия – это мое хобби, потому что я считаю, что если появляется знание, и мне нужно делиться, чтобы идти дальше, и я развиваюсь вместе со своими учениками. Поэтому я не считаю это источником дохода. Поэтому я могу себе позволить закрыть ее на месяц, на два, на полгода или совсем закрыть ее. Но потребность передавать знания все равно остается, и как бы поэтому я не хочу ее закрывать. Проблема была в самих результатах, потому что перед началом карантина я вывела группу из какого-то творческого натюрморта и подвела их уже почти к голове. По уровню я считаю, что это уже как уровень второго курса училища художественного, да, хотя ко мне люди вообще с нуля пришли. Получается, мы прошли художественную школу, первый курс училища, подошли ко второму, и тут вот большая перемена, во время которой просто все навыки приобретенные куда-то испаряются. Мы хотели сделать выставку наших работ, в планах было 5 как раз ноября вот открыть выставку работ нашей студии в Малом зале Национального союза художников. Но, наверное, сработало мое внутреннее чутье, что надо перенести выставку, потому что что-то будет, наверное, какой-то карантин, очень такой жестокий, и чтобы студийцы не складывали деньги там, в оформление, еще во что-то, мы перенесли нашу выставку. И сейчас я смотрю, что, наверное, хорошо мы это сделали, потому что сейчас такое время, что не запланируешь ничего дальше, чем там, за неделю, потому что может все поменяться. Все, что ты думала, что это гениальная работа, через неделю ты можешь понять, что це все не по-настоящему. Я ще хочу поговорити про рівень знань. І якщо ось порівнювати ті знання, які вже були після закриття студії і поновлення під час адаптивного карантину, знання, ось цей рівень, залишився однаковим, чи все-таки карантин впливає на те, що людина починає все забувати, що до того вчила? Конечно, процентов 70 навыков теряется, но знания все равно остаются. Если были те ребята, которые ходили с самого начала студии и не пропускали занятия, в принципе, мы увидели рост. Небольшой, конечно, как бы могли бы увидеть, если бы не было карантина. Но был рост и такой интересный некоторые работы. Сейчас как раз мы закончили писать натюрморт с хлебом, и по этому натюрморту видно, что есть очень интересные работы, которые мы покажем на нашей выставке, когда наконец-то закончится это непонятное время, и мы будем сделать нашу выставку хорошо. Щодо настроїв і жанрів у творчості митців, чи змінилися вони з початком карантину?
По поводу настроения, я думаю, здесь можно писать уже мемуары каждому художнику и вообще каждому человеку, который пережил вот этот такой апокалипсис просто наяву. Никакой Хэллоуин с этим не сравнится, с тем, что происходит вот уже больше, чем полгода. И, конечно, некоторые художники очень часто переживают депрессию, очень глубокую депрессию. Некоторые не работают вообще. Некоторые думают о том, как бы заработать денег, и чтобы выжить, пытаются найти какую-то другую работу, поменять сферу деятельности. Но как бы на тематике полотен как бы особо не вижу таких изменений, чтобы было видно на самих полотнах, да, этого настроения. Но общаясь лично с художниками, конечно, я вижу, что настроение меняется. Настроение меняется каждый день. Сегодня ты можешь с кем-то договориться, а завтра у этого человека может не получаться, потому что сейчас нужно работать быстрее, чтобы мало ли что, если все закроется, было за что есть. Натхнення тоді звідки беруть? Натхнення. Мне кажется, что наша Украина — это такая уникальная страна, которую постоянно загоняют какие-то трудности, и все равно у нас берутся самые талантливые, самые целеустремленные и интересные художники из всего мира. Я слежу на Фейсбуке за разными художниками, дружу с ними, но я считаю, что такой конкуренции, которая есть в Украине, нету, наверное, может, даже в Америке есть, но если брать такие маленькие страны, в Европе такой конкуренции, как у нас, нету. И из-за того, что мы постоянно живем в таком какой-то экстремальной ситуации, что надо больше стараться, чтобы достичь каких-то результатов. И поэтому, благодаря вот таким сложным условиям, вдохновение берется просто, я думаю, инстинктивно для того, чтобы выжить. Щодо продуктивности работы, вона зменшилася чи знизилася? Конечно, увеличилась. Я думаю, продуктивность в этом году просто... Я захожу в мастерскую, иногда просто начинаю очень... кричать, ругаться матом и нервничать, потому что мне некуда девать картины. Их стало настолько много, что мой стеллаж просто переполненный. И поэтому я придумываю разные какие-то акции, чтобы было место для новых работ. Потому что идей много, время более сжатое, но чтобы убежать от каких-то депрессивных состояний, не поддаваться влиянию, этому массовому гипнозу, что завтра мы все умрем, приходится работать еще больше. Поэтому продуктивность вырастает в разы. Продаж картин. Чи знизилася зацікавленість людей все ж таки під час карантинних обмежень мистецтвом? Очень интересный вопрос. И тут как раз я опять продолжу свою тему, что сам карантин можно разделить на три таких вот этапа. Первый этап, когда сказали, что все очень плохо, и все погрузились в большую депрессию, на самом деле это стало началом чего-то нового. Я работаю давно онлайн, и, в принципе, онлайн-продажа для меня это не новость. Но некоторые художники никогда не продавали онлайн, и для них это что-то такое, вот, как для бабушки включить интернет и загуглить что-то такое, вот, новости, к примеру, да. И обнажился рынок искусства, который был, он стал... таким, что все начали видеть его, эти процессы, эти торги, появились новые платформы, новые группы. Украинские галереи, чтобы заработать на этом деньги, начали тоже предлагать какие-то демпинговые группы, в которые они сразу же подключали реальных покупателей, коллекционеров, которые хотели где-то купить что-то, какую-то хорошую картину, да как-то по очень дружеской цене, чтобы потом ее перепродать после конца карантина. На втором этапе, когда... уже накупили те люди, которые искали себе по дешевке каких-то классных художников, которые там уже стоили $1000, да, купили их по дружеским очень ценам, вот, потому что людям нужно крутиться как-то и выживать. Стало меньше спрос, летом как раз уменьшился спрос, но есть тоже какие-то свои стратегии. Я считаю, что можно выстроить стратегии продаж и все-таки во время карантина, наоборот, больше заработать, чем до карантина. Скажіть, будь ласка, по поводу третьего этапа пока неизвестно, ждем. Скажіть, будь ласка, с приводу грошей, сколько зараз коштуют картины? Это разные цены, и вот так вот ответить на этот вопрос, я думаю, вам никакой художник не скажет. Это зависит, конечно, от картины, от размеров и от того, что заказная эта работа, к примеру, или творческая. У меня разные прайсы на заказные и на творческие работы. Если заказная работа, вот ты знаешь, что ты будешь
как бы немножечко не творчеством заниматься, а быть рабом чужой воли, то ты берешь за каждый квадратный сантиметр, и твой заказчик отвечает за результат больше, чем ты на самом деле в этот момент. Ты слушаешь все комментарии, выполняешь все, как вот, да, как руки-голова, да, художник руки, а заказчик голова. Поэтому это должно стоить вот так, чтобы не уйти в минуса. Должно как бы хотя бы отбить материалы, ну, хлеб, проживание, коммуналку художника, который будет тратить на это время. Творческие же работы, они такие спонтанные, ты можешь в день написать несколько работ, а можешь одну писать там полгода. Поэтому нельзя как бы, чтобы понять, какая стабильная или нестабильная цена. Ну, еще такой вот момент. Раньше, до карантина, были разные рынки. Были рынки, когда заслуженные художники, художники с именем, там, профессора, они держали планку и продавались действительно очень дорого. То сейчас, вот с начала карантина, даже вот наличие регалий или какого-то специального образования стало не первичным. И как бы есть диапазон ценовой реальных продаж. И попали в эту лодку все. И дедушки, и молодые, и зрелые, и все. И поэтому вот такая вот сложная ситуация. Сколько бы денег раньше не было вложено в рекламу, но сейчас реально дорогие картины покупают намного реже. Тобто, з ваших слів я розумію, що в Україні є гроші, аби придбати вироби мистецтва. Чи придбали ці всі вироби мистецтва не в Україні, а із-за кордону? Хто? Ну, ось картины купуют у вас, принаймні. Из-за кордону чи украинцам? Вот это тоже очень интересный момент. Сейчас вот с продажами за границами какая-то очень печальная история. Вот у меня, вот у меня должна была быть подруга, моя художница, она бы рассказала вам другую сторону медали, потому что она как раз продает за границу. Но у нее не получилось у нее прийти, поэтому расскажу про себя. За границу вот, последний, может быть, год, даже до карантина, у них это раньше началось, страх, что они вложат деньги и дальше не буду знать, нет уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, сократились продажи за границу. Намного сократились. Поэтому вот, я сейчас больше пытаюсь привлечь наш локальный украинский рынок. И причем даже, может быть, буду привлекать и запорожские, потому что есть разные мнения. Вот как бы недавно была такая информация, что в Беларуси закрыли, отключили интернет. Что было бы с художниками, которые зарабатывают онлайн-продажами в Украине, если бы закрыли интернет? Это было бы страшно, это была бы катастрофа. Тогда бы, конечно, бы художники не рабы перестали бы работать. Кто цікавиться мистецтвом? Молодь, люди похилого віку, успішні люди? Я считаю, что картинами и вообще искусством интересуются люди, у которых высокий уровень эмпатии. Это такое психологическое понятие, когда человек может сопереживать. Кто-то думает, там, сопереживает больше о количестве бутылок дорогого вина в своем погребе, о количестве лексусов в гараже или там, еще каких-то там вложениях в долларах или куда-то. А кто-то переживает больше о духовной пище, когда люди находят свою картину, они на нее смотрят, получают какой-то эмоциональный экстаз. И вот как раз я считаю, что нет ни возраста, никаких вот личностных критериях, очень тяжело найти маркеры именно, кто эти люди с повышенным уровнем эмпатии. Но они есть, и как бы это значит, что не все еще потеряно, что духовная пища людям нужна, и мы можем развиваться и дарить людям прекрасное. Під час карантину по-іншому довелося працювати і мистецьким закладам. Як саме, маємо коментар виконувачки обов'язків директора Запорізького обласного художнього музею Інги Янкович. Коли в нас музей був взагалі зачинений, ми робили онлайн-виставки і розповідали про ті експонати, які не можна побачити вживу із-за того, що музей був зачинений. Але будь-який виклик, він підштовхує до нових можливостей. Наша діяльність в соціальних мережах стала більш активною, і ми на День міста вирішили зробити такий експеримент для себе. Може, для когось це звичайна практика, але для нас було цікаво зробити невеличке відео і зробити таку онлайн-екскурсію, яка була поділена на 4 етапи. Ми розповідали про
експонати нашого музею пов'язані з козацтвом. І виставка називалась «Незборима сила запорізького козацтва». В цих умовах, коли ми опинилися в такому, як в фільмі про апокаліпсис, як в фільмі про зомбі, коли люди один одного бояться і бояться спілкуватися і підходити один до одного, звичайно, працювати важко всім. В нас в музеях є можливість відвідування експозицій, тому що майже наодинці ти спілкуєшся з роботами. У нас не дуже великі зали, але не дуже велика кількість відвідувачів створює таку інтимну атмосферу, коли можна подивитися, порозмірковувати, понасолоджуватись мистецтвом і відчути себе наодинці саме з мистецтвом і з думками автора. У нас є відвідувачі, особливо тому, що в нас зараз дві дуже цікаві виставки. Це виставки, ювілейні виставки запорізьких художниць Тамари Дружини та Галини Сапегіної. І на цих виставках ми не можемо, знову ж таки, проводити такі масові заходи, але ми провели дуже цікавий захід. Він називається «Кураторська екскурсія». Всі були в масках. Це таке життя. Але, тим не менш, екскурсія відбулася серед такої дуже цікавої атмосфери на гарній виставці. Ми слухали коментар виконувачки обов'язків директора Запорізького обласного художнього музею Інги Янкович про те, як Запорізький обласний художній музей працював на початку карантину і як працює зараз. Отож, під час карантину художники долучалися до онлайн-виставок, ви теж проводили подібні, розповідали про це. На вашу думку, чи рятує ось цей процес художників, скажімо, від незатребуваності? Ну, я считаю, что если ты хороший художник, то будешь все время востребованы. Но выставки, конечно, нужны, потому что выставки – это доверительное отношение со своими потребителями, со своими почитателями, и это должно быть обязательно, как подведение итогов о какой-то проделанной работе. За период карантина я сделала одну онлайн-выставку в Энергодаре. Она получилась очень случайно онлайн, потому что вот как раз повесили экспозицию и закрылись все границы. И очень большое спасибо этим организаторам Энергодарского выставочного зала, которые приняли такое решение снять экспозицию, сделать ее онлайн. Вторая была онлайн-выставка, это было участие моей одной работы в выставке в Китае. Выставка была посвященная борьбе коронавируса. Я случайно услышала о этой выставке, нашла информацию на Фейсбуке и решила просто отправить заявку. И моя работа вошла в экспозицию, и был напечатан специальный альбом, в котором тоже размещалась моя работа. После этого я еще сделала две выставки онлайн у себя в своей домашней галерее. Это выставка с пленера «Скарпат», который как раз и заканчивал мои пленеры этого года, и была выставка пионов. Сейчас я готовлю новую выставку, выставку подсолнухов. Хочу показать результаты своего труда. Но так как работ очень много, я думаю, это будет выставка делиться на пару этапов. И очень скоро я покажу в социальных сетях съемку как раз этой новой выставки. Для чего нужны выставки онлайн? Для того, чтобы художник мог посмотреть на себя со стороны и подвести какие-то итоги своего труда, знать, как планировать дальше ему свое время. Скажите, пожалуйста, это не может стать онлайн-выставкой конкурентами офлайн-заходов? Нет, конечно, это не может стать, потому что, чтобы картину увидеть и испытать максимальный уровень эмпатии, да, какой-то вот эмоциональный экстаз, нужно, конечно, смотреть на картину, подходить где-то, может быть, поближе, пощупать с разных сторон, ведь масляная живопись, она волшебная тем, что она выглядит по-разному при разных освещениях, при разных ракурсах. Если ты будешь прямо смотреть на картину, она будет одна. Слева, справа, включил лампу, выключил, будет совершенно другое ощущение. И поэтому онлайн-выставки – это хорошо, но, я думаю, офлайновые все равно должны сохраняться. И сейчас такое время, которое как раз и должно нас научить работать одновременно и онлайн, и офлайн. Причем это касается всех сфер и всех людей. У нас залишається 30 секунд. Скажіть, будь ласка, тоді ви зазначили, що під час карантину збільшилось ось фокусування на соцмережі митців. Чи не збільшилось і шахрайські дії з цього приводу? Нет, мне повезло, что последнее время как раз мошенники ко мне не обращаются, хотя раньше это был такой частый случай. Конечно, если пользоваться OLX, то там сейчас это везде такое работает. Но если ты ведешь свой аккаунт, он профессиональный, то нету никаких таких.
Ну що ж, друзі, перевіряйте доступну інформацію. Якщо ви щось хочете дізнатися, обов'язково звертайтеся до автора або до художника і митця, щоб він вам все детально розповів. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про те, як виживають запорізькі митці в умовах карантину, яку підтримку їм пропонує держава. З нами була сьогодні запорізька художниця Віра Устянська. Дуже вам дякуємо. В студії працював Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».